Региональное правительство сообщает, что Тверская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по социально-экономическому развитию. Данные представлены за январь-сентябрь 2019 года. Промышленное производство товаров показало рост на 104% по сравнению с прошлым годом. Тверская промышленность произвела товаров и услуг на 326 миллиардов рублей. В строительной отрасли рост составил 124%. Предприятия организации всех форм собственности, а также индивидуальные застройщики ввели в действие 425 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. Это на 73% больше, чем за тот же период 2018-го. На ближайшее будущее региональное правительство ставит еще более масштабные цели – увеличить эти показатели в разы. Сегодня у нас есть все предпосылки, все основания для того, чтобы обеспечить качественный рост. И мы тоже понимаем свои конкурентные преимущества и те риски, в соответствии с которыми нам, так сказать, необходимо формировать свою работу и учитывать эти риски. Но при этом я считаю, что наш персонал и наши коллеги достаточно высококвалифицированы, и задача для нас является реалистичной.